Не подходи ближе. Поищу укрытие. Надо взглянуть. Помни, я не спущу с тебя глаз. Yeah!
Ah!
будет быстро! Здесь меня могут заметить. Кузня активна. Хран синхронизирует трансляцию. Контакт установлен.
Прошу, мне нужна помощь. У тебя неприятности? Мистий, в Кедонии начались беспорядки. Стражи и торговцы вцепились друг другу в глотки. Работа стражей — помогать людям. Что их так разозлило? Налоги. Они слишком высоки, и торговцы отказываются платить, а стражи настаивают. Их командир Диокл не солдат, а просто разбойник. А волнения снижают мой доход. Попробуй предотвратить новые беспорядки в Кедонии. Алчный командир стражи, беспорядки в городе. Звучит серьезно. И награда будет серьезная. Уверен, мои драгоценные камни тебе понравятся. С радостью помогу. Славно. Стычки обычно происходят на Агоре, в Восточном базаре и на пристани. Хочешь узнать еще что-нибудь? Могу ли я при этом пойти на крайние меры? Для мистиев клинок — лучший ответ на все вопросы. Иногда приходится убить всех, чтобы подавить волнение. Но порой разговорами можно добиться большего. Если всему виной высокие налоги, почему бы их просто не снизить? Идет война, ты разве не знаешь? А война требует денег. Кедонии нужны корабли, нужна армия, мы должны защищаться. Ты говорил о командире, Диокле. Кто он такой? Народ его не любит, Мисти. Ведь это он приказал стражникам быть жестче с торговцами. Я услышал достаточно. Делай все, что требуется, но будь осторожен. Есть люди, которым эти беспорядки на руку. Мы надеемся на тебя. Тебе что-нибудь нужно? Я продавал свежее молоко лекарю и его больным в деревне. Им полезно, мне выгодно. Чем же ты расстроен? Тем, что лекарь перестал его покупать. Он завел себе стадо коз. Думает, он и торговец, и крестьянин, и лекарь. Его бы не убить, конечно, но проучить. То есть мне необходимо отнести это лекарю? Именно. Доставь в целости и сохранности. Я берусь. За мной должок. Да хранят тебя боги. Что это за проклятый город, где стража притесняет свой народ? Все просто. Не будешь платить, заберем твой товар. А ну назад. А не то что? Мистий, прошу, образуй этих болванов. Если нам не позволят вести торговлю, экономика Кедонии будет разрушена. Это тебя не касается. Таков закон этих земель. Пусть отдадут свой товар, и мы уйдем. Законы для слабых. Пусть люди живут свободно. Они вам ни драхмы не заплатят. Ты пожалеешь. Убить Мистия! Сдохни!
Это тебе. Налоги поддерживают экономику Кедонии. Нужно уважать закон. Эти солдаты ничего не делают и при этом думают, что плата будет расти с каждым годом. Ну и вздор. Видишь, Мисти, до них не достучаться. Только если кулаками. Так что отойди, не то и тебе достанется. Давай, уничтожь все. А если торговец с улицы, врежь и ему. Что происходит? Этот Малака должен нам заплатить, как и все. А не заплатит, перебьем все горшки на Агоре. Приказ командира Диокла. Оставьте торговца. Достаточно. Ха! Напрашиваешься, Мисти? Что ж, ты тоже получишь.
Нет, прошу вас! Если я оставлю все товары, моя семья будет голодать! Чего изволишь? Тебя Это тебе. Спасибо. Вот, возьми, наемник. Малака, что произошло? Похоже, Диокол отказывается мне платить. Должно быть, ты Диокол. Смотрите, кто. Хочешь вмешаться в дела Кидони? Придется заплатить. Похоже, Диокол отказывается мне платить.
Должно быть, ты Диокол. Смотрите, кто ли. Хочешь вмешаться в дела Кидони? Придется Должно быть, ты Диокол. Ха! Смотрите, кто ты. Хочешь мне что-то дела Кидони? Придется заплатить. Закончим с этим.
Должно быть, ты Диокл. Ха! Смотрите, кто здесь. Хочешь держаться в дела Кидонии? Придется заплатить.
Должно быть, ты Диокол. Смотри, хочешь вмешаться в дела Кидони? Придется заплатить. Я обречен. Должно быть, ты Диокол. Смотрите, кто ты. Хочешь вмешаться в дела Кидони? Привет. Хорошо, что он захватил с собой мои драгоценности. Не стоит вставать между Мистием и его наградой. Меня, Владимир! Разобраться-то умеешь!
помогали Недору убить. У меня товары отменного качества. Очень рад. Эйла! Ну, давай. Если заметят, мне не сдобровать. Пожалуй.
Я же велел быть осторожнее. Что случилось с твоим товаром? А? Что случилось с твоим товаром? Кругом одни тупицы разбили мое обсидиановое стекло. Ты сам и нес этот ящик. Что ты там сказала? Я говорю, вот же неуклюжие. Именно. Мне теперь нужен обсидиан. Мисти, если найдешь... Отдам тебе свой лучший клинок. Договорились? Этого хватит? Вот это запас! Ты мисти или торговец, а? А, прекрасно! Этого хватит! Держи, мисти, как обещал! Не стоит здесь оставаться. Творится что-то неладное. Что это за шум? Стой там! Что ты здесь делаешь? Что, никто ничего не видит? Ничего! Ищи давай! Да! Я знаю, тут кто-то был. Я не вижу тела. Тело рук наем. А? Тут кто-то есть! Найдем его! Привлекает мое внимание? Есть никого?
что-то не так. Hello. Давай,
Давай! Давай, вперед! Тише. Элла. Что здесь произошло? Меня подозревают в том, что я укрываю дезертиров. Ладно, не подозревают, знают. Угу. А, эти малакас так меня избили. Не встречался человек по пути сюда? Тощий такой, в военной одежде. Кто-то, похоже, шел в другую сторону. Тощий, прямо как ты описал. Что? Он должен был идти сюда. Этот трус сбежал. Почему он не мог просто следовать моим указаниям? И правда. Чтобы стражи схватили его вместе с тобой. Я бы и сам с ними справился. Как-нибудь. Ты рискуешь жизнью, чтобы помочь. Вы близки? Или он так много платит? Все это ради жены. Жены? Какой жены? Его жены? Все всегда ради женщины, да? Его забрали на войну. Она все рыдала. А моя работа — помогать людям исчезнуть. Ну, не в этом смысле, конечно. И я решил помочь им воссоединиться. Не часто встретишь доброго человека. Мы все хотим о ком-то заботиться. Должны заботиться. Да, ты прав. Нам нужно к Исабель. К его жене, то есть. Если стражи нашли меня, найдут и ее. Пожалуйста, иди к ней. Я приду позже и увезу ее. Я помогу. Где мне ее найти? Иди по дороге в Кедонию. Ее дом будет слева. На двери зеленая ткань. Скорей. Я догоню тебя, ладно? Хайре. Yeah.
Опасное место. Это что, свист? Ну что, поехали.
Ух, ну она и боец. Зачем вы ее убили, болваны? Теперь мы будем объясняться перед капитаном. Она не хотела сдавать мужа дезертира. Получила по заслугам. А ты еще кто такой? Это наш шанс! Ah!
она дала им отпор, но проиграла. Снаружи мертвые стражи. Молодец, Мисти! Меня опередили. Оставалось только отомстить за нее. Она верила мне. Я хотел сделать ее счастливой. Но сколько ни пытался, приносил ей только боль. Больше ничего. Не стоило рассказывать ей, что я хочу вернуть ее мужа. Это ведь я виноват, да? Нет, не ты. Ты меньше всего хотел, чтобы все так закончилось. Когда она улыбалась, я знал, все хорошо. Неважно, кому улыбалась. Ты сделал, что мог. Но этого недостаточно. Да, да, ты прав. Возьми. Я хотел отдать это ей, когда помогал им сбежать из Кидонии. Ибо пригодилось. Теперь им это не нужно. А мне хранить слишком невыносимо. Возьми в качестве платы за труды. И прошу, уходи.